высокая кухня. Зацени. Ого! Шеф, я буду готовить всю ночь! Заткнись и попробуй это, дружище, давай! Ладно. Как тебе? Нравится? Да! Мы будем готовить так же. Нас заметил самый авторитетный критик в городе. Теперь ты решил стать творцом. Вы делали все свободное время. Это мой ресторан. Ты хочешь меня уволить? Нет, я говорю тебе, что я сделаю, если не будешь готовить мое меню. Давай, давай, наливай! Отлично! Его набор веса можно объяснить лишь тем, что он съедал всю стряпню, которую возвращали недовольные клиенты. Мне не нравится, что о тебе написали. Мне тоже не нравится. Плевать. Мне нет, я же мог лучше. Просто нужно было приготовить так, как я умею. Эй, что ты делаешь? Это не парень... нужно, что ты пишешь? Шеф, не нужно. Так, это плохо. Послушайте, я не отправлю, пока мы не утвердим. Почему бы тебе не прийти сегодня? Я приготовил меню лично для тебя, козел. Нет, нет, это нехорошо. Ты не понимаешь. Отдай телефон. Нет, не нужно. Сообщение я ушло. Сообщу. Зачем ты это его сделал? Его уже не отменишь. Пап, а ты размечал еще что-то вчера? Ты, наверное, шутишь. Ого. Представляешь, сколько людей это прочитает? Ты в тренде, брат. Ты никогда не будешь счастлив, готовя на кого-то другого. Кухня на колесах – это отлично. Мы говорим про шикарный грузовик 80-х для истинных гурманов. Чистый холст для твоей мечты. Я распрочу его по полной. Спасибо. Не благодари, пока не увидишь. И что ты задумал? Ты будешь смеяться. Тони, у Карла кухня на колесах. Настоящая? Я так позавидовал, когда услышал твой голос. Я так тоже хочу. Тем, что делаю, мне это нравится, и я хочу разделить это с тобой. Ты когда-нибудь пробовал копченую сосиску? Нет. Она острая, любишь острая? Нет. Она не острая, пойдем. Это зона, una vez más.